Что такое человек? Человек — это дух, душа и тело. Вот тело, вы его видите, моя рука. Мой дух и душа — это во мне. Моя душа — это мои чувства, эмоции. А мой дух — это я, настоящий я. Но во мне, как в человеке, и в тебе в том числе, сколько комнат, так много комнат, и в каждой комнате кто-то живет. Ты в курсе, что есть комната, в которой живет Дух Святой? Он входит в частичку тебя и говорит: я твой, а ты мой. Когда ты призываешь Духа Святого, он с тобой. Он живет в одной частичке тебя. Есть комнаты, в которых живут в нас родовые демоны, которые перешли в нас от наших дедов, бабов, родственников, прадедов и прочее. И бывает, что их очень много, этих комнат, соответственно, много родовых демонов. А есть демоны, которые мы приглашаем. Мы курим, пьем, материмся, лжем, блудим. И что вы думаете, когда мы это все делаем и не каемся, в нас бесы не входят? Мы верующие христиане, и мы это делаем, и в нас бесы не входят? Входят. Входят. И они входят в разные комнаты нашего естества. Но есть, конечно, комната наша, где живет наш дух. Я уже об этом говорил. Наш, мы. И очень часто, даже не так, очень важно, что когда ты приходишь в церковь, попасть в нужную церковь, в правильную церковь, где тебя научат, как освободиться, если они есть, конечно, родовые демоны в тебе. Где будут молиться, и родовые демоны уйдут. Где научат тебя не грешить, а если грешишь, срочно каяться, чтобы закрывать двери в духовный мир ада, чтобы бесы не входили в тебя. Где научат тебя иметь личные взаимоотношения с Богом, и где Дух Святой придет и будет жить тебе, самое любимое, самое прекрасное, самое великолепное личность во Вселенной, мой любимый Бог, мой Дух Святой, мой Иисус, мой Отец. Я считаю, что каждая комната нашего сердца, она должна быть закрыта для родовых демонов, для сатаны, и только для двух духов в нашем теле есть место. Это для твоего личного духа и для Духа Святого. Он послан сегодня для тебя, для того, чтобы помочь тебе сегодня состояться как личность. Поэтому позакрывай все двери для ненужных личностей. Открой двери для себя и для Духа Святого. Он так любит тебя.